Это программа «Новости». О событиях к этому часу расскажут корреспонденты Оркин Медиа и я, Ольга Сивоха. Здравствуйте. Сегодня в выпуске вы увидите. Победа на колесах. Экспедиция на раритетных автомобилях приехала в Балхаш. Мост столкновения. Три машины попали в ДТП на въезде в Балхаш. Читательский приз, чье селфи с книгой стало лучшим. Участвовала в основном молодежь и дети. Три машины столкнулись возле моста на въезде в Балхаш. Одна из иномарок не пропустила авто, которое двигалось по главной дороге. ДТП обошлось без пострадавших. По предварительной информации, автомобиль Volkswagen спускался с моста и поворачивал налево. В это время ему навстречу ехала «Лада». Слева ее пропускала машина марки BMW. Водитель немецкой иномарки не пропустил «Приору», которая двигалась по главной дороге и врезался в нее. От удара машины влетели в третье авто. Жертв и пострадавших нет, виновника установит следствие. Экспедиция на раритетных автомобилях приехала в Балхаш. 20 человек на советских победах стартовали в российском Нижневартовске. В маршруте 8 тысяч километров по России, Казахстану, Кыргызстану и Узбекистану. В городах они встречаются с ветеранами Великой Отечественной, тружениками тыла и молодежью. Как принимали путешественников у нас в городе, смотрите в сюжете. Встречали участников международной медиа-экспедиции на въезде в город по всем казахским обычаям с концертом и баурсаками. В номерах гостям показали многонациональное единство казахстанцев. Прибыли гости из российского Нижневартовска на раритетных советских победах, самой старой из которых почти 70 лет. Эту марку выбрали не случайно. Это первый послевоенный автомобиль, который считается символом мира и связи поколений. Есть версия, что именно в послевоенные года инженеры автомобилестроения пришли к Иосифу Сталину с предложением о новом автомобиле. Но пришли с названием «Родина». И когда Иосиф Виссарионович задал вопрос, а почем будет стоить «Родина», конечно, инженеры не смогли ему дать ответ, сколько будет стоить «Родина». И тогда назвали ее «Победой». В основном все остальное родное, даже радиатор. Главный техник экспедиции Игорь Илык приехал в Казахстан на своей «Победе», которую купил 3 года назад. Автомобиль 1955 года выпуска практически в оригинальной комплектации. Самое ценное в нем – хромированные детали. Хром в те времена очень ценился, если вы вспомните, и 21-й «Волги», и 24-й, и даже потом ВАЗ-2103, 2106, они шли в хроме. Мы его называем тельняшкой. Он похож на тельняшку, да, если вы присмотрите. Вот. И отреставрировать его очень дорого стоит. 7-я по счету медиа-экспедиция «Победа. Одна на всех» стартовала 17 апреля в Нижневартовске. Раритетная колонна в сопровождении 2 технических групп проехала уже 2500 километров из запланированных 8. До 9 мая они побывают в 40 городах России, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Я думаю, что в следующем году уже мы проект будем реализовывать вместе с казахстанскими участниками обязательно. Автомобиль из Казахстана. Я думаю, мы уже были такие предложения. Победа для России и Казахстана, она одна для всех. Мы на самом деле здесь нашли самых близких друзей, которые нас всегда поддерживают. В Балхаше участники пробега побывали на заводе обработки цветных металлов, бывшем Кольчугинском, который эвакуировали в город в начале Великой Отечественной. После они возложили цветы к вечному огню и познакомились с историей Балхаша в городском музее. Уже сегодня они продолжат свой маршрут. Следующие пункты – Кызылорда, Байконур и Костанай. Виктория Буханцева, Серик Кисебаев, Оркин Медиа. А в Балхаше уже по традиции начали готовиться к шествию «Бессмертный полк». Желающих участвовать в движении в память участников Великой Отечественной войны просят заранее подать заявки. Шествие стартует в День Победы в 9:00 на улице Желтоксан. Принять участие могут все желающие. Необходимо подготовить транспарант с фотографией и указать фамилию, имя, отчество погибшего предка солдата. После потомки героев войны пройдут торжественным маршем к мемориалу «Вечный огонь». В прошлом году «Бессмертным полком» прошли около 200 балхашцев. На сегодняшний день заявки на участие в акции подали почти 100 человек. Для участия в данном шествии «Бессмертного полка» требуется фотография формата А3 либо А4, и надо всем собраться по улице Желтоксан, чтобы вместе выйти на парад на вечный огонь.
Почти на 80 тысяч тенге сдали оружие жители Балхаша. Огнестрел уже прошел экспертизу, все отнесли к третьей категории. Акция по выкупу закончилась. Напомним, стартовала она 10 апреля. На область выделили 7 миллионов тенге, которые уже освоили. За две недели балхашцы сдали правоохранителям 3 единицы оружия. Они уже прошли экспертизу. Два гладкоствольных ружья оценили в 20 тысяч тенге каждое, а один нарезной карабин в 32 тысячи тенге. Сейчас деньги готовят к выплате. Всего по области сдали около 90 экземпляров. Огнестрела. К правоохранителям обратились 60 человек. Тех, у кого все еще хранится незарегистрированное оружие, призывают сдавать его, но уже без вознаграждения. Данное оружие было отправлено на уничтожение. Также был отправлен материал на денежную выплату. И в мае уже должны выплатить. Акция у нас завершилась. Теперь люди, изъявившие желание, сдают на добровольной основе без выплаты, но при этом освобождаются также от уголовной административной ответственности. Лучшие селфи с книгой выбрали балхашцы. На днях подвели итоги конкурса от библиотекарей. За фотографию победителя проголосовали больше 500 горожан. По условиям акции участники должны были разместить свое фото с книгой в Инстаграм, указать хэштег «Любимая книга Балхаш». Далее книголюбы набирали лайки. Спустя месяц определили победителей. Первое место досталось ученице 2 класса школы-лицея номер 4 Дильнас Руслановой. На втором оказалась студентка Каргу Асимгуль Ильясова. Третьей стала читательница библиотеки филиала номер 1 Аруна Гани. Победителям вручили дипломы и ценные призы. Отдельно библиотекари отметили всех участников. В акции участвовала в основном молодежь и дети. Перед оглашением итога каждый участник рассказал о своей любимой книге и почему он выбрал именно ее для участия. Балхашские боксеры стали призерами республиканского турнира. Соревнования в Степногорске они привезли золото и бронзу. На большом ринге встретились почти 250 участников 13-14 лет со всей республики. Балхашскую команду представляли 10 человек. На этих кадрах в синем Ярасул Ермек проводит финальный бой с соперником из Астаны. Балхашец выступал в весе 56 килограммов. В итоге последний бой завершился в третьем раунде нокдауном, и золото турнира досталось нашему боксеру. Кроме того, балхашца назвали лучшим боксером турнира. К бою готовился месяц. На турнире тренер давал установки только на победу. В итоге я победил всех нокдауном. Соперники были достойны, но у меня опыта побольше. Еще одну медаль привез боксер Манатбек Нурлат. В этом году балхашец вошел в сборную области. На турнире спортсмен боролся в весе 52 килограмма. Дойдя до полуфинала со счетом 2-1, уступил сопернику из Кокшетау и завоевал бронзу. Теперь оба балхашских спортсмена готовятся к чемпионату Казахстана, который пройдет в Кызылорде. На турнире я встретился с тремя соперниками. Твоих я победил, третьему проиграл. Бои прошли на высоком уровне. В следующий раз постараюсь выиграть золото. На сегодня все. До встречи в эфире Оркин Медиа завтра в 20:15.